В Елабуге проходит круглый стол древности Нижнего Прикамья, в рамках которого археологи собрались вместе, чтобы поделиться своим опытом и исследованиями. Участники круглого стола посетили Ананинскую дюну и луговой археологический комплекс, побывали в городских музеях Елабуги, а позже собрались в Елабужском институте Казанского федерального университета, где и началось заседание круглого стола, продолжение которого запланировано на 25 мая. Можно сказать, что 160 лет тому назад было положено начало изучению одной из ярчайших и интереснейших культур, археологических культур эпохи раннего Железного века, Прикамья, Приуралья и Поволжья. В рамках круглого стола выступают ученые из Казани, Ижевска, Уфы, Перми, Москвы и Хельсинки. Все они приехали, чтобы отметить круглую дату – 160 лет археологии Ананинского могильника. Олег Ашин, Ильшат Ахмадиев, Айдар Салихов, Универньюз.